Эмоджи челлендж. Пара игроков Балтики выбирает смайл для каждого из футболистов главной команды, а также реабилитолога Яны, массажиста Гарика и, конечно же, главного тренера. Смайлы выбираются по порядку игровых номеров наших футболистов. От 1 к 90. Чем больше номер, тем меньше выбор смайлов. Задача — посмеяться и хорошо провести время. Голубой. У него евро, доллары, там все. Машина. Абсолютно случайно. Поехали. Так. Давай, вот это то, что я сказал. Вот это злой? Да, по-любому. Показывай в камеру. Злой гений. Я не знаю, почему. Злой? Да потому что он хмурый ходит всегда. Ты весь день сегодня ходишь дутый. Маляр. Давайте вот это, да? Нет? Почему? Из-за команды. Почему не цирк? Да, типа колхоз. А, колхоз. Ну вот, пускай будет. Ну да, да. Колхозник. Колхозник, да. Карточка, от которой нужно избавиться. Страшно что-то говорить сейчас. Страшно, очень страшно. Да давай вот это. Да нет. Ну давай. Приз самый большой, красивый попы получает клянки. Что? Да. Что это сейчас было? Вот. Ну здесь жалко, костюма нету. Ну вот это типа пахарь, нет? Открытие республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший пахарь». Значит, работает постоянно. Вот этот. Давай. Нет? Давай. Почему? Ну, постоянно самый первый в зал приходит. Постоянно какие-то работы у него там свои. Ага. Не, тут вообще не знаю. Ну, он типа динамовский. Динамовский, можно сказать, что это. Run, Вася, run! Не оставь шансов! Ну, будет. Ну, потому что у меня просто динамо. Так. Так, так. Фу, мне кажется, чисто вот последний вагон за деньгами запрыгнул. Премиальный получить за победу. Не надо, это горит. Это шутка, но все же понимают. Ну, какие-то странные. Ну, вот это можно. Просто хороший парень. Ну да, добряк все. Такой. Да. Вот. Своячок. Как перестать быть хорошим парнем? Ну тут где-то не, вот. Не. Да, да. Всегда на позитиве, всегда тут смешно. Как бы еще один. Вот это? Да. Вот это поворот! Вот это поворот! Ну. А кому можно ставить тогда вот это? Если сейчас я поиграю. Не знаю, тут уже... Ну, вот не это не давай, наша давай, категория давай. Людей. Машины нет. Просто машина. Этот все-таки у нас остается, да, последний? Нет, это потом. Машина, да, берем? Машина, где до машина? Автомобиль! Я бы сказал, что топ. Топ. Ну, да. Берит. Показай топ. Просто топ. Показай просто топ. Топ. Ведет нас вверх. Ну вот типа травмы нет на данный момент. Пара. А что вот это значит сейчас? Я не понимаю, вот это кому-то надо будет отдать кубик этот, что он значит один. А мы тренеров отмечаем, да, всех? Только Николаевич. Только Николаевич. Ну давай вот то, что травма. Давай. То, что травма, я не знаю. Что это, таблетка? Таблетка. Моя таблеточка. Гоча? Вот. Вот это Гоча просто. Одним словом. Все. Инопланетянин какой-то. А ты что, инопланетян? Да, я инопланетян. Саня. Саня спит, как будто всегда, нет? Почему? Да не. Еще кому-то панду отдавать. Саня, я знаю, вот очень петь любит. Очень меня раздражает, но он. Поэтому... Тихо, Володь, ну хватит! Что ты делаешь-то, а? Вот что это значит? Вот, мне кажется, ну, типа, как убийца такой. Убийца?
Давай, убийца. Чисто вот рубит. Ты убийца. Так точно, убийца, сэр. Ну это вот. 100%. Король. Более чем, более чем. Меня? Че, ну давай я выберу-то. Или сам ты выберешь? Не выбирай. А, вот тебе хорошо подходит. Не знаю. Это панда! Просто такой косолапый мишка. Вот у дельфина нос большой. Вот. Из-за носа чисто берем. О, Билли. Иво. Вот это? Не, ну это штамик будет. Кто будет? Штамик. А может это там? Я нам еще кому-то цирк отдавать, не слышу. Да. Иво может сказать, что типа вот здесь номер один выделяется. Вот. Типа номер один? Ну да, вот. Номер один. Основной. Один из. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ну, Тамик, вот, да? Да, Тамик бодибилдер. Человек зал. Я выходил на улицу 3 раза. Завтрак, обед и ужин. Все остальное время я качался. А мы, может, цирк? Опасно! Тоже любит посмеяться, пошутить. Ну, в этом плане есть. Давай, давай. Постоянно шутит, постоянно на позитиве. Смешной. Что, клоунада здесь или что тебе? Да, вот это. Постоянно голый ходит везде. Про трусы забывает часто. Что еще вот за экс... Что за эгибиционизм? Эксгибиционизм, да. Ваша честь. Блин, сложные остались. Да, последним не везет. Достаются такие непонятные смайлики. Вот деньги еще кому-то. Ну да. Ну да, губы нет. Не знаю. Или вот Джокер. Давай ему вот старичка дадим. Тише? Да. А давай, я не буду. Ну что, ну, не смысл он старый, а просто... А ты знаешь, вот так между нами говоря, еду чирик, подгоните. То есть кому-то все равно надо отдать. Да, Борисков будет, он такой вяленький, ленивенький. Будет сон. Ну вот, логично. Да, пускай. Надо же, какая неожиданность. Вот, давай тебе пловец отдадим. Ну, хочешь? Просто, чтобы слить карточку. Твое решение. Пусть вот это просто карточку убрать надо, непонятное. 3 осталось? Я перечитался. Гарик, я набью. Давай. Ну, если... Ну, давай лучше... Сейчас кто, Гарик? Гарик, да. Ну, ему вот деньги, потому что Яна будет. Я не кубок. Нет, тут можно сказать, он как типа золото нашей команды. Давай. Я не знаю, как мы это разделим. А Яна как что? Как драгоценность нашей, что? Капитал наш. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Как обычно в эфире Капитал Шоу. Капитал. Ну вот, Гара, вот золото наше. Так мило. Вы такие няшки. Яна тогда вот это. Не знаю, почему просто. Показываю. Как так получилось? Блин, ну, абсолютно случайно. Извините, Николаевич. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.